Я думаю, что в первую очередь ставились не только спортивные цели, но и задача посмотреть, как наши девушки будут играть на мировом уровне. То есть то, что наше выступление достойно в Стамбуле, должно быть подтвердиться здесь. И в принципе так и произошло. То есть ни одного, скажем так, грубо провального матча. То есть девушки старались, девушки напрягали вплоть до олимпийских чемпионок и чемпионок мира, и поэтому сопротивление оказывали и достойно, и с другой стороны набирали очки. То, что сейчас мы идем на 8-м месте, в принципе, это, ну, ожидаемый результат, но я не думаю, что, скажем так, главному тренеру, ну и самим девушкам должно быть стыдно за это, за показанные результаты. И более того, я думаю, что все-таки окажутся наши еще выше, на 7-м.